Двухдневная встреча министров туризма из 26 стран в Сочи стала очередным крупным событием для города. И именно роль таких событий, в том числе мегамероприятий в развитии туризма, стала главной темой большого форума. Последней из таких с успехом прошедших в Сочи Олимпиада оставила большое наследие, с которым участники форума познакомились в день его открытия. Осмотрели комплекс «Роза Хутор», где проходил форум, и поднялись в горы. Прекрасно проведенные Олимпийские игры, как в организационном, так и в техническом исполнении, дали сегодня возможность развитию нового курорта, который сегодня становится не только наравне с европейскими брендами, да, но и во многом по логистике, по качеству предоставляемых услуг, сегодня уже можно это сказать, и превышает этот уровень. Помимо министров туризма, на форуме в Сочи побывал и министр культуры России Владимир Мединский и генеральный секретарь Всемирной туристской организации. Талиб Рифай на вопрос журналистов, что нужно сделать в Сочи для развития массового туризма, отметил, что выгоднее с учетом созданной инфраструктуры сделать ставку на событийный. Мне кажется, сегодня имеет смысл переходить от массового туризма к качественному, чтобы любой турист нашел себе здесь отдых по вкусу, и для этого в Сочи есть все, вся инфраструктура. Кстати, в Сочи только на этот год запланировано более 100 крупных мероприятий, 14 из которых международные. Именно события позволят запустить созданную инфраструктуру. К слову, об инфраструктуре. На форуме стало известно, что опытом Сочи в строительстве уже решили воспользоваться в Ярославской области. Что-то подобное «Розе Хутор» появится и там. Проект «Ярославское взморье» помогут реализовать компании, которые работали на Олимпиаду. Об этом рассказал губернатор региона. Имея опыт, который приобрела вся страна в Сочи, естественно, а в регионах подобная программа развивается. Честно говоря, он не только в нашем регионе должен быть использован, он должен быть принят во всей России. Вообще, за время работы форума в Сочи, в ходе пленарных заседаний, которых провели 3, опытом успели поделиться министры туризма из Италии, Кореи, Хорватии, Бельгии, Египта, Болгарии, Великобритании, Словакии и других. В Сочи его обязательно учтут, а находящиеся под впечатлением от курорта участники форума пообещали обязательно рекомендовать жителям своих стран отдохнуть на берегу Черного моря. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.